впечатлений море, отличный отдых, супер горка и огромный бассейн, площадка для активного отдыха и много интересного. Если спросите, что это отзывы о загородном комплексе у Ильича. Здесь завтра официальное открытие. Целых 4 бассейна, 7 горок и экспресс-экскурсия начинается прямо сейчас. При входе всех сразу встречают горки и бассейн с джакузи. Он метр на полтора. Вы просто там не принимаете дальше. Здесь купаются как дети, так и взрослые. У нас в прошлом году очень была большая очередь, детей много, желающих прыгать с горок. И в этом году мы добавили еще одну горку. А это самый необычный бассейн на территории. И вода в нем, говорят, как море. Данный бассейн, можно сказать, лечебный, потому что здесь соленая вода. Тут могут купаться как взрослые, так и дети. У кого больше пользуются популярными? Ну, больше просто взрослых людей, которые приходят. Ну, будем говорить, перечень названия по возрасту, но самые взрослые здесь купаются, дети купаются в том малом бассейне. Развлечения для самых маленьких тоже найдутся. Помимо того, что на территории есть специальный бассейн надувной для деток, есть еще и вот такая площадка с каруселями, качелями и горкой. Здесь развернулся настоящий аквапарк. В этом году мы добавили еще 4 горки. Потому что как бы, я видел, что есть такая необходимость. И те горки, которые были у нас в прошлом году, мы их обновили. Вот они, видите, их вот в новом формате. Это все те же, которые высотой 8 метров? Размер тоже, но немножко конфигурация совсем другая. Это совершенно другой уровень экстрима. 2 новые горки. 9 метров в высоту, 17 метров в длину. И у каждой по 2 трамплина. В чем отличие этого бассейна и вот дальнего? Здесь глубина 1,90 на 1,50 метра, а там вся бассейн 1,50 метра глубина. Размеры 25 на 12 одинаково. Глубина только отличается глубиной. То есть для тех, кто боится глубины и не боится? Купается в том бассейне, да. Кроме этого, удобны душевые, беседки, где можно отдохнуть и поиграть в настольные игры. Мы стоим в совершенно новом месте. Что это такое? Светло, просторно, классно. Это просторно, это у нас новая терраса, где отдыхающие, приходя, не будут сидеть за шезлонгом, принимать пищу, кушать. Сядут за стол, и здесь их обслуживают официанты. Если мы пришли отдыхать, меню мы получаем здесь и заказываем здесь. Да, вы сядете за стол, к вам подходит официант, принимает у вас заказ, вы сели, покушали, пошли себе отдыхать дальше. Вход для взрослых на весь день 100 рублей, в будни и выходные 120. Детям до 5 лет бесплатно, для школьников 50 рублей. График работы с 9 утра и до 9 вечера. Телефоны для справок на экране.